Евросоюз ищет новые выходы из миграционного кризиса. Он планирует увеличить денежную помощь африканским странам, из которых бегут люди, и Италии, которая принимает наибольшее их число. Вице-президент Еврокомиссии сообщил о пересмотре правила, требовавшего рассматривать заявление на убежище в первой же стране ЕС, куда прибыл человек. Кроме того, мигрантов будут фильтровать. Когда мы разрабатывали дублинские правила, мы не предвидели такой специфической ситуации, с которой мы сталкиваемся в последние 2-3 года в Греции и Италии, сказал Франц Тиммерманс. Кроме того, беспокойство вызывает то, что многие люди, которые не имеют статуса беженца и не являются беженцами, используют возможность приехать в Европу по экономическим причинам. А статус беженца вовсе не об этом. Испанский евродепутат опасается, что поток мигрантов перенаправят в его страну, а словацкий предлагает депортировать тех, кто просто ищет лучшей жизни. Следует признать усилия, которые Италия предпринимает по своей инициативе, опираясь на свои ресурсы. Ей не оказывают минимальной солидарности другие государства-члены. Это позор, сказал Хуан Фернандо Лопес Агилар. Италия громко требует, чтобы остальные страны ЕС учли количество прибывающих и выполнили обязательства, которые они на себя взяли. «Нужно научиться отличать экономических мигрантов от других», — сказал Эдуард Кукан. «Те, кто окажутся экономическими, нужно высылать обратно». Еврокомиссия также предлагает поощрять власти Ливии на то, чтобы удерживать нелегалов от плавания. Этот план действий будет представлен в четверг министрам внутренних дел ЕС.